Атмосфера – газовая оболочка небесного тела, удерживаемого около него гравитацией. И толщина атмосферы планет, состоящих в основном из газов, может быть очень большой. Атмосфера же Земли содержит кислород, который необходим всем животным и растениям. К тому же она также является защитным слоем планеты, защищая ее обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения и метеоритов. Согласно Международной авиационной федерации, высота в сотню километров над уровнем моря Земли представляет собой границу между атмосферой и космосом. Эта граница называется линией Кармана. Глобальный климат нагревался и охлаждался на протяжении всей истории. В настоящее время мы наблюдаем необычное быстрое потепление. Это происходит из-за парниковых газов, которые увеличиваются из-за человеческой деятельности. С вами канал «Планета Земля».